Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о уникальном грибе чага. Ну, многие его, конечно, знают, слышали. Меньше про историю этого гриба знают. Вот сегодня я расскажу и то, и другое, как лечить, что и какие дозировки, как запаривать и так далее, и так далее. Итак, ну, во-первых, с латыни название гриба чага переводится как «волокнистая спина» дословно. У него много названий, таких русских, иностранных, потому что применяли ее и иностранцы широко, мы поставляли их веками в другие страны, то есть вот сырье само. Значит, славяне называли чагу «черный березовый гриб» или «березовый гриб», а европейцы, как правило, «лавровый полипор». Ну и производные от слова чага, например, чага пильц и так далее, и так далее. Значит, чага произрастает, понятно, повсеместно, то есть там, где растут березы, потому что чага растет на березах. Россия, понятно, это березовая страна. И когда-то чаги было очень много, а вот сейчас гораздо меньше стало. И вот что я хочу сказать. Еще в 70-е годы прошлого века с гектара березовых лесов можно было получить от 50 до 100 килограмм чаги. А вот сейчас, в наше время, со 100 гектар еле наберется 50. То есть в 200-400 раз меньше стало ее возможно получать. Дело в том, что плодовое тело чаги, вот этого нароста самого, на березе нарастает до того размера, когда ее все-таки разумно собирать, можно хоть что-то получить, 20-30 лет. Это, конечно, ужасно. То есть своими руками достояние России, одно из достояний, таким образом варварски, так сказать, истребляется. Ну, вместе и с лесами, которые, так сказать, на дрова, и в то же время человеку надо не так много чаги, но собирается ее гораздо больше. И ладно бы для себя, так в основном, конечно, идет это на экспорт, и люди зарабатывают как могут. Понятно, с тех пор, когда развал Советского Союза произошел, собирательство опять стало одним из ключевых доходов, так сказать, на селе. Ну, а вообще чага – это, конечно, бесценное золото России. И теперь давайте я расскажу уже о некоторых традициях, которые в прошлое далеко ушли, но, предположим, даже, вот, скажем, в Оланце, на северо-западе России, еще в 17 веках были очень сильные знахари, которые лечили любые формы рака. Это вплоть до 19-го, начала 20 века были еще такие специалисты. Более того, даже указанием Петра I была им оказана помощь, вот кто бы как ни говорил о Петре, много к нему претензий, тоже факты нельзя отрицать, были оказаны специальные, такая помощь, о производстве, крупных более производствах знатных снадобий, которыми пользовались не только местное, так сказать, население, но и иностранцы. Чагу отправляли, кстати, через Архангельск в Западную Европу тысячами пудов в старые времена. Так вот, даже вот, например, такой американский фунготерапевт известный Кеннет Джонс говорил, что чага пользовалась огромным уважением среди лекарей всех мастей. Ее лечили от всех болезней. Ну, он так писал, на самом деле, конечно, не от всех, но от многих. Но даже в наше время готового препарата из чаги нигде нет, кроме России. И действительно, в 50-е годы препарат такой стали выпускать. В наше время тоже есть препарат чага самого высшего качества, потому что оборудование появилось такое, при котором можно сохранять максимальное количество полезных свойств. В химическом составе чаги очень много сильно действующих антираковых и прочих препаратов. Например, инотодиол и прочие, так сказать, которые с 50-х годов активно исследовались, были выделены, и исследования проводились во многих странах, и в России, ну, в Советском Союзе, и в Польше, и в других. Была доказана еще тогда высокая противоопухолевая активность ректальных свечей с веществом чаги. Эта история описывалась, вот эти исследования во многих странах мира, в различных книгах сейчас рассказать все невозможно, да и нет смысла, люди любят кратко, а я и так уже вступление затянул. И потому расскажу очень интересный один случай из истории реальной про Солженицына, все вы такого знаете, товарищи. Так вот, умер он на 90-м году жизни в 2008 году. Мало кто знает, что в 53-м году у него была проведена операция по удалению липосаркомы средней степени, некоторые считают рак желудка, это неправильно, у него был именно этот вид онкологии. Более того, 55 лет он прожил после удаления раковой опухоли. Чудо ли это? Ну, с одной стороны, да, ведь любой онколог прекрасно знает, что при липосаркоме, даже удаленной на самом раннем сроке, рецидивы, то есть метастазы, обязательно будут. Агрессивность липосаркома Солженицына, вне всяких сомнений. Про это есть подробные исследования. Опять-таки, здесь я говорить про это не буду. Можете поверить на слово, а можете просто изучить
прочитать, если заинтересуетесь этим вопросом. Интересует разумного человека здесь другое. Как это произошло, собственно говоря? Каким образом регресс опухоли и метастазов, и было уменьшение, и, собственно, потом исцеление полностью. В двух словах это было так. Сначала, если упустить всякие моменты мелкие, он смог оттянуть аконитом. Есть такая ядовитая трава, многие слышали про это лечение. Сразу скажу, что это не панацея, а одному из нескольких там десятков может помочь, но задержать развитие рака может, и это было в течение там длительного времени. Пока он не познакомился с доктором Масленниковым, был такой доктор Масленников, и он его удаленно лечил чагой, определенным там набором, составом, концентрации напитка. Так вот, на 50 лет эту болезнь он оттянул, более чем на 50 лет, да? Так что, значит, теперь что касается Масленникова. Так вот, родился этот доктор в семье такого, скажем, Александровского города, Александров, купца, небогатого, в 1887 году, а в 1908 он окончил медицинский факультет Московского университета. После этого Сергей Никитич начал работать земским врачом в городе Александров. И вот самое интересное, что в советские времена, сталинские, вот в 1935 году он был военным врачом, много ездил по стране, но уже в 1935 году он вернулся в Александров и продолжал свою деятельность врача, земского врача, ну или, скажем, участкового по-новому. Его основная заслуга в том состоит, что он сделал такое, так сказать, открытие заново, то, что знали когда-то старые врачи и целители прошлого. Он обнаружил средства борьбы с онкологическими заболеванию. То есть достаточно сильное средство, хотя еще раз подчеркну, есть грибы гораздо более сильные, веселка, шитаки, но чага, особенно определенные виды чаги, обладают даже в какой-то мере большей силой. Но опять-таки, это только в определенных случаях. Я сейчас поподробнее все расскажу. Так вот, Масленников лечил достаточно, так сказать, большое количество, сотни людей, как минимум, а возможно и тысячи прошли через него. Он лечил это, условно назовем, тайно, во вневрачебное время. Но никто его никогда за это не преследовал. Еще одно, кстати, интересное замечание, да, что наблюдение. За эту помощь людям. Так вот, он написал потом много различных работ, основанных на своих наблюдениях, записях, и после этого, в 50-е, в начало 50-х годов, был создан препарат именно благодаря его книге, его рецептам, его исследованиям. Так, это тоже факт. Итак, эти факты налицо. Значит, что такое чага, какие она содержит вещества, свойства, я расскажу чуть позже, а теперь скажу лишь то, что чаги, ну или берез, скажем, начнем с этого, существует много видов. Есть березы обыкновенные или белые, их очень много видов, но мы знаем, конечно, говоря о чаге, сразу подразумеваем обычную белую березу. Однако, дорогие друзья, расскажу вам еще про две, про уникальные свойства двух других. Например, есть такая береза Шмидта или железная береза, она растет в Южной Корее, на Дальнем Востоке в небольшом количестве. Встречается она в Китае, в некоторых провинциях, Ляонин, например, или Японии, на Хонсю, на севере Корейского полуострова. Так вот, древесина ее в полтора раза прочнее чугуна, а прочность на изгиб приближается к прочности железа. Поэтому она в свое время заменяла металл, делали шестерни из нее, там она не гниет, в отличие от судов, и, кстати, из нее делали остовы суден в свое время, ну и так далее, и так, не подвержена воздействию кислот и прочее, у нее много преимуществ. Растет она медленно, больше метра в диаметре, живет более 400-500 лет может жить. Так вот, очень долго на ней и образуется, тем не менее, тоже своя специфическая чага. Так вот, что известно в фунготерапии, то есть науке о высших базидиальных грибах и свойствах их, о болезни, которые лечатся именно железной чагой. Ну, во-первых, доброкачественные опухоли головного мозга, злокачественные опухоли головного мозга, то есть рак, саркомы, внимание, саркомы любого вида, потом болезни крови, например, меломную болезнь, меланома, это особо опасный рак кожи. Также лечатся злокачественные опухоли почек, надпочечника, злокачественные опухоли поджелудочной железы и так далее, и так далее. Это свойство уникально, более сильное в этом отношении при этих болезнях, чем чага обыкновенная. Но это очень редкое растение, его мало, и чаги железной сейчас практически не осталось, то есть очень мало. Тем не менее, я об этом рассказал. Это не значит, что эти болезни нельзя вылечить по-другому, но если бы применять эту чагу плюс веселку, скажем, и рейши в начале, первые 2-3 месяца курса лечения, потом рейши заменить, оставив веселку и чагу, на кардицепс или на шитаки, предположим, все зависит от количества разных заболеваний у одного человека в один момент, или от стадии, или от прочих факторов, которые надо, естественно, изучать индивидуально, однако
Можно было бы вылечить и таким образом. Вторая чага уникальная, это казахская красная чага. Дело в том, что есть такой участочек маленький в Казахстане. Это единственное место в мире, где растет, кстати, красная чага, красная береза, на которой красная чага растет. Или береза Ермоленко, по-другому называется. Так вот, это малюсенький участок, буквально там в несколько гектар, который сейчас остался. В свое время, в советские времена, очень дорого ее продавали. Платили за килограмм красной чаги, например, в 70-е годы по 25 рублей за килограмм местным жителям, населению. Увозилась она в основном за рубеж по определенным каналам, либо даже использовалась, безусловно, для лидеров государств, соцлагеря, ну, для Брежнева, например, это известно. Так вот, я упускаю нюансы, которых, кстати, очень много интересных, и мы постараемся, кстати, достать эту чагу. У меня все руки просто не доходят, хотя каналы мне дали, и уже и с директором заповедника там соединяли, ну, скажем, ладно. То есть будем стараться, во-первых, березу достать, выращивать, но это десятки лет уйдет, а чага растет долго, как вы уже знаете, ну, по крайней мере, вот говорят, в 90-м году, кстати, осталось всего 225 гектар, сейчас гораздо меньше, ее стали леса эти вырубать. Так вот, что лечат красной чагой? Во-первых, заболевания желудочно-кишечного тракта, начиная от эрозивного гастрита, язвы желудочно двенадцатиперстной кишки и так далее. Доброкачественные опухоли ЖКТ, полипы в том числе. Злокачественные опухоли желудка, пищевода, тонкого кишечника, саркомы костей. Аутоиммунные заболевания, что очень важно, такие как рассеянный склероз, системная красная волчанка и так далее, болезнь Крона и различные виды иммунодефицита. Кстати, химические составы двух приведенных выше мной чаг очень похожи, но есть отличия, которые химики, конечно, нашли некоторые, но не все наука еще может знать. То есть есть практика, которая является критерием истины. Что касается состава, то широкий спектр, вот говорят, а что же в чаге содержится? Ну, давайте я вам скажу, возможно, многие из вас впервые это услышат, и многие врачи впервые также это поймут. Ну, такие, например, биологически активные вещества в составе чаги есть, как, например, водорастворимые пигменты в больших количествах, до 20% от общей массы, которые как раз образуют вот этот вот цвет в итоге дают. Потом, птерины, так называемые, это производные птеридина, наличием, собственно, которых обуславливается вот это цитостатическое действие чаги. Цитостатики – это вещества, которые останавливают рост клеток. Здесь же избирательно аномальных клеток, что важно в отличие от химиотерапии, когда применяют цитостатики, которые действуют на все клетки организма. Теперь, содержатся в чаге полисахариды до 8%. Полисахариды, напомню, это действующие очень сильные вещества, которые применяются и являются, то есть они есть в грибах во многих, и являются антираковыми в том числе. Аргициновая кислота, гуминоподобная, чаговые кислоты, кстати, до 60%, которые в составе. Органические кислоты, такие как щавелевые, муравьиновые, ванилиновые там, и так далее, и многие другие. Липиды, диетриглицериды, да? Стеариновые вещества, стерины, например, эргостирол, а также тетрациклические тритерпены, например, ланостерол, инотодиол, которые проявляют, ну, скажем, антибластическую активность, да, потом лигнин, клетчатка, ну, понятно, свободные фенолы, флавоноиды, кумарин там и так далее, и так, смолы, потом следы алкалоидов, причем, кстати, невыясненной структуры обнаружены, может быть, они так влияют. Так вот, микроэлементы в виде оксидов, такие как медь, которая является мощным антигрибковым средством, о чем я говорил в своих видео о посуде медной марки М1, барий, цинк, кремний. Там есть и калий, и натрий, причем калия в 5-6 раз больше, чем натрия, что как раз очень важно. Ну и так далее, и так далее. Причем полисахаридные вот эти соединения грибные нашли, выполняющие роль сорбентов раковых токсинов. Меланины, угнетающий механизм деления, развития раковых клеток найдены, и так далее, и так далее. Поэтому фармацевтические свойства чаги уникальны, ну, собственно, как и многих других грибов. Потому что, напоминаю, все высшие базидиальные грибы в природе являются лекарствами. Значит, теперь я скажу вам о применении в народной медицине. Дело в том, что настой чаги готовить можно спокойно в домашних условиях. Если вы сами собираете и правильно собираете чаги, это желательно делать зимой или поздней-поздней осенью или ранней весной, это лучше всего. Сушить их нужно до температуры 50, не выше градусов, лучше на русских печках. Ну, ладно, вымытый кусочек гриба, если вы сами заготовили, нарезали на куски, скажем, по 3 или по 5 сантиметров, но не больше желательно. Значит, надо залить теплой или холодной можно водой где-нибудь на 4-5 часов, чтобы она легко растиралась на терке, а потом растереть. Или можно пропустить через мясорубку. А вот уже измельченный гриб, вот этот, заливают горячей водой где-то 70-80. Помните,
Кипятком категорически нельзя заливать, теряются почти все свойства. Не более 70-80, лучше 60, просто экспозицию дольше сделать. В термосе запарить. Если вы зальете 70-80, то в термосе нужно, да, причем какое количество, из расчета такого, одна часть гриба по объему на 5 частей воды. В воду лучше брать осмотическую. Настаивают примерно двое суток в темном прохладном месте, и резкий перепад температуры здесь нежелателен, а вот перемешивать надо 3-4 раза в день. Потом процедить в несколько слоев марли. Остаток можно отжать. Кстати, он хорошо применяется, если проблемы с кожей, как примочки. Примерно так. Такой настой, который вы вылили, отжали, да, годен примерно всего 4 дня. Учтите, 3-4 дня. В темном прохладном месте надо хранить. Можно в холодильнике. И пить нужно по полстакана. Где-то 3-4 раза в день за 30 минут до еды, а через неделю от начала приема можно увеличить дозу до 1 стакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Но не менее 3 стаканов в день надо выпивать, а уже через недельки 2 по 5-6 стаканов. Что касается лечения болезни желудочно-кишечного тракта, то вначале можно употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды, а постепенно увеличивает дозу, как я сказал, просто плавно. При опухолях органов малого таза, это рак простаты, прямой кишки там и так далее, надо обязательно делать дополнительно теплые, ну 40 градусов, микроклизмы по 50-100 грамм. Это делается, во-первых, на ночь. И желательно, значит, если реакция положительная, никаких проблем нет, а не должно быть, то 2-3-4 раза в день делаются такие микроклизмы. Более того, а на ночь вставляется по одной свече шиитаке один раз в 3 дня, можно через день. Если есть хронические гастриты, если пониженная секреторная функция у вас, то тогда настой готовят по технологии немного другой. 1 столовая ложка порошка чаги, можете сами измельчить или есть, можно у нас приобрести есть. Высыпается в стакан, заливается где-то 40-50 градусов, ну в термосе лучше. Настоять это надо в течение 5-6-7 часов. Потом настой этот глотками выпивать за 30 минут до еды, причем прямо вместе с мелко измельченным порошком. За 30 минут до еды, естественно, 3 раза в день, и прием такой должен быть 5-6 месяцев. Разумеется, еще раз хочу сказать, что заболевания есть разные, и тем не менее, общее правило всегда одно. Чем больше факторов вы уберете из своей жизни вредных, которые влияют на здоровье негативно, тем быстрее будет и легче выздоровление. Посмотрите мою лекцию «Вводную 9 причин и факторов болезней». Тогда вы поймете, какие же причины вообще влияют на наше нездоровье. Обязательно посмотрите мои видео о воде, о водородной воде, о воде с ОВП, с другими физико-химическими свойствами, которые есть в каждой клетке. И мы должны пить воду, приближенную к этим свойствам. Это логично и естественно. Другой вопрос, что нету сейчас такой воды уже в природных источниках. Человек изгадил природу. Я надеюсь, понимаете, ухудшается в природе все, а не улучшается. Потому странным, мне кажется, вопросы некоторых людей, когда говорят, а что же такой воды, значит, в природе, так сказать, нет? Или почему же нельзя природную воду, она что, плохая? Родники, мол, да родники это ни о чем не говорит, родники. Родники верховодкой могут люди называть. Ну, да ладно, сейчас речь не об этом. Так вот, поэтому, смотрите, что касается золотого правила фунготерапии. Есть разные способы потребления чаги. Всегда помните, что грибные препараты, когда их применяют со знанием дела, используют 2-3 в течение одного дня. То есть, например, за 30 минут до еды, за 20 и за 10 минут до еды. Один, другой, третий. Усиливают порой действия друг друга. И вот очень хорошие, конечно, комбинации, если мы говорим о каких-то опухолевых заболеваниях, доброкачественных, злокачественных и так далее. Идеальные применяются, вот, например, веселка по одному саше пакету, 2 раза в день за 30 минут до еды. Это водорастворимая форма, самая сильная, лучшая. 2 коробочки на 1 месяц будет нужно тогда в этом случае. Потом, например, чага за 20 минут до еды принимается, как было сказано. А за 10 минут до еды, предположим, применяется рейши в начале, первые 2 месяца, по 2 капсулы 3 раза в день. Рейши усиливает действие, например, веселки или шиитаке. Ну, кстати, комбинация шиитаке очень тоже неплохая, тогда можно принимать так, веселку за 30 минут до еды, шиитаке то же самое, по одному саше пакету 2 раза в день, и тоже 2 коробочки на 1 текущий месяц лечения потребуется, за 20 минут до еды. Соответственно, за 10 минут до еды можно выпивать настой чаги. Чагу можно переместить за 30 минут до еды выпивать, за 20 тогда веселку, за 10 шиитаке. В определенных случаях это будет даже лучше, например, при лечении опухолевых заболеваний.
На ночь можно пить чагу как дополнительно, уже без еды, естественно. Ну, то есть, если мы говорим о 4 раз в день о приеме. Плюс свечи. В этом случае лучше всего комбинировать такие свечи, как веселка и чага. Сегодня, например, веселка на ночь ректально, завтра пропуск, послезавтра свеча чага, потом опять пропуск и так далее. Цикл замыкается. При этом по одной коробочке свечей чаги и веселки потребуется на, ну скажем, на 2 месяца хватит по одной коробочке. Потому что в коробочке 10 свечей, арифметически легко посчитать, как это все происходит, сколько потребуется. Ну, это вот кратко. Потому что не могу раздувать видео длинным. Люди и так вот многие жалуются, что они готовы смотреть по 5 минут, типа по 10 хотят. Время у них нет, более важные дела есть. Поэтому вот все рассказать не смогу. Ну, когда-нибудь расскажу, ведь этот цикл только начался. И про грибные препараты, про свойства вообще грибов, как их собирать можно самим, как кому лень или нет там знаний, желания, терпения и так далее, времени. Можно покупать готовые грибные препараты, ведь нужно давать людям разную альтернативу. Кто как хочет, то так и делает, пожалуйста, я даю всегда разные варианты. Вот, поэтому хотите, у нас есть на нашем сайте nadgard.ru целый раздел по лечебным готовым грибным препаратам высочайшего качества, которые даже экспортируются в Японию, а Япония нигде больше не закупает готовые препараты вообще никакие. Это вот единственное исключение, что говорит о очень многом. Пожалуйста, если есть интерес, изучайте, смотрите мои другие видео, подписывайтесь на мой канал и, кстати, нажмите колокольчик при подписании на канал, ну просто чтобы не пропустить новые видео, тогда у вас будут напоминалки выскакивать, что вышло новое видео, посмотрите, и вы не пропустите много ценной, важной информации. Что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, все. Крепкого вам здоровья, до новых видео. А пишите обязательно в комментариях, про какие грибы вы хотели бы еще узнать, какие-то другие вопросы. Нравятся ли вам эти выпуски? Продолжать ли мне дальше вообще снимать вот такие выпуски, делать про грибы и грибные препараты? Ну, всего хорошего, до новых встреч.